Всё, я хочу, чтобы ты стрелял в меня. Я буду тебя стрелять, успокойся. Пойдем, на танки поперли. Ты точно будешь меня стрелять? А все? У нас уже все отреспились? Андрюха не зареспился. Это ожидание начала сессии. И, собственно, будет все круто. Кто-нибудь один пройдите на танки. Все, я выгрузился. Я красавчик. Я пошел. Давай. Бедлаки, Витек, я с тобой бегу. Ёпты, привет. Че, я тут останусь? Они нас бросили, да. Ну ладно, пойдем. Давай я здесь чуть-чуть останусь, чтобы успеть. Пойдем, пойдем, Андрюх. И потом меня посмотрите. Пошли, Андрюх. Я надеялся и ждал. Я же не ракал. Ну, Тим надо. Е-мое, все, ник. Да блин, я в коробке застрял. И в коробке застрять. А ГГ вообще принятые сокращения, между прочим? В смысле? Ну ГГ это самое распространенное вообще из всех игровых. Все пишут же ГГ. Ну да. Я не пишу. Везде. Самое распространенное. Потому что тут чата нету. Ладно, не пишут. Короче, я за ГГ, потому что самый прикольный, короткий и пиздатый Галантек. Да, мне тоже понравилось. Кто где? Кто давайте оба. Слушай, стрельбу. Давай я здесь сяду. Давай. МПшка у меня. МП5. Если что, я их прям так встречу. Впритык встречу. У кого оптика? Воу! Кто стрелял, блин? Кому работают? Че стреляешь-то, блин? Да я не стрелял в тебя. Ты сейчас выстрелил в меня? Да я не выстрелил в тебя. Все, иди отсюда. Уйди. Кто сидит на этой? Я на этой. Мак, дальше иди. Я здесь встану. Переход смотрите, повторяю. Какой переход? Который мы прошли. Там Андрюха. Бот там вон сагренный на это, на самое левое. Бот, да, ушел куда-то туда. На левое это дальнее, ну, прямо. Я его вижу, ботяру. Ботов старайтесь не убивать. Там контакт. Уж что эти летали, крены. Вон он, с перехода, с дальнего прям. Да, да, по-моему, я его ушатал, не знаю. ЧВКшник? Он... Да, я его напихал немножко. Понял. На дальнике, вот где туда, куда мы ходим обычно, там был ЧВКшник, я ему попал вроде в лицо разочек. Пойду, ну, блядь, чекнуть я не могу его отсюда, к сожалению. Я дырку отсюда вижу одну только. Вон он не умер. Где он, блять, а? Где Витек? Там же, наверное. Там же, да. Я не могу достать. Вон я башку его вижу. Стреляй, хули ты все видишь, стреляй. Если видишь, вали всех, на. Он на том переходе, на дальнем. Ушел, прошел вниз. Понятно, блять, плохо, что мы его не добили. Но я ему присунул, конечно. В сторону речки? Да. Печально. Он, возможно, в мою сторону пойдет сейчас. Возможно. Поэтому его сейчас. Он, не, здесь же вылез. Вот дурачок. Где он, блядь? Где ты увидишь? Что ты не стреляешь по нему? В кустах он там сидит, блядь. Там, где мы переходим к таможке, правильно? В смысле, к этому. Ну он ближе к мосту подходит. Вижу его, блядь. Я понял, да. Идет, короче, в сторону. Я понял, он по склону, моста. По склону. Ага. Постоянно вылазит и каждый раз ближе к мосту. Но он, по-моему, чекает, меня чекает, спалил он, здесь. Походу. Чекает. Мне показалось, что он меня здесь спалил. Он без шлема, правильно? Без шлема, да. Ладно, смотрите, его, короче, где тут еще же должны быть, сколько еще чуваков есть? Еще минимум три трое. Еще три. Как кто-то бежит. Это я. Переход смотрите, пацаны, или все, кажется, своей хуйней занимаются? Ну, блядь, я вот эту дорогу смотрю. А переход кто смотрит? Какой? Я. Бегает кто? Да я внизу тут. Я дырки пасу. Где? Кто стрелял? Это походу этот пидор снизу пошел. А кто по нему сейчас стрелял? Бот. Он же, ну, он либо через дырки сейчас может пройти, либо через меня. Пока никого не вижу. Через дырки вряд ли, там Серега стоит. Ну, я смотрю, меня, значит, на дырки можно обойти меня, на самом деле меня можно обойти, если при желании. Я дырки это самое. Кто снизу меня бежит? Вали нахуй.
блядь. Макс, можешь не бегать, а? Можешь убить за одно место встать и все? Ты вот, блин. Нервные люди. Ну движение, зачем нам лишнее движение? Согласен, да. Кто-то на контейнере. На контейнере минус, свой. Убрал. Как ты свой? Серега сидит на контейнере. Я не на контейнере сижу, я на снайперском месте сижу. Это контейнер, Серега. Похуй. Убил я чувака одного, не знаю, еще двое осталось. Ты нас на кемпинге. Это он, походу, и был. На контейнере ты? Да, на кемпинге за мешками, блядь, я там сижу. А что, а если тебя через танк обойдут? Ну обойдут, что ж пойдет. Я там вас сейчас. Ты бы сказал бы, я пойду танк, тогда чекать не могу. Я пойду спрашиваю, смотрит кто-нибудь проход? Я раза 4 спросил. Нет, ну я же чекал уже. А какой проход-то? Да. По которому мы, блядь, прошли. По которому мы прошли. Все, я на танке. Спасибо, друг. Вот я пытался от вас этого добиться, раз 15 спросил. Ну так ты четкие вопросы не задавал. Я так тебя не понял, ё-ма. Я тоже не понял. Я думал, ты сидишь, Серёг, на этом настройке, как всегда. Нет, я знал, где он сидит, но я не. И два раза сказал, что дырки чекать. Я спросил, смотрите ли вы проход, по которому мы прошли, несколько раз. Ну ты, я думал, ты имел в виду. Так, колючка, кто по колючке? Колючку кто задел? Кто? Тихо. Ждите тогда. Кто-то колючку цепанул жестко. Колючку тебя должна быть с правой стороны. Кто на стройке? Я на стройке. Я на стройке, я зад пасу, откуда дикие могут прийти. Вижу дикого. Дикий похуй на них, Макс, сейчас ваши ЧВКшники. Дикий, если тебя не агрится, не стреляй, пожалуйста. Он к нам отходит. Идет. А, ну тогда ладно. Челик, что ли, идет? Время трейда, да, могут они уже идти. Челоботы. Не, там батяры сюда заходят. Иногда, да? Да, если стрельба здесь, да, если война, короче, здесь идет, он бывает сзади заходит. Короче, кто-то цеплял, точно, факт. Вон, вижу. Что видишь? Где видишь? Где-то на мосту только что был, видел. ЧВКшник? Я не понял. Бля, я минус. Я так и не понял, откуда. С пистолета у тебя, да? Где-то близко, да, смотрите. Сейчас прибегу к тебе. Не идите, это самое, Макс утёк, не идите. Вот он, это челобот, блядь. Как будто Макс меня убил написано, знаешь, что это не он, это бред. Ты его снял? Нихуя он какой-то неубиваемый, блядь. Он орёт там. А он где? Скажи. Все, готов нах. Лутаюсь, Серёгу. Давай. Ещё один. Где? Возле магазина. Сейчас пойду его сниму. Минус. Вижу. Нет, там еще. Вот еще. Вон еще один, да. Все, минус. Все, бегу. Это бот был? Лутать бегу. Это два челобота было, это точно. Лутать бегу. Серегу, я упал. Давай. Мертв? Мертвый? Чего мертвый-то? А подожди, он у него уже чест. Этот уже. Че? Ну он его лутал, блядь, сидел, он что-то не умирал, нихуя, пиздец, блядь, какой-то непробиваемый. А как он меня так обошел, то что я его не слышал, не видел? Он по колючке где-то прошел? Фига анальгин у тебя здесь, хреново тучи. Я знаю, я люблю анальгин. Я не знаю, меня по мосту прям, блядь, быстро так, знаешь, пролетел. Как он так меня обошел? Я смотрел, ты сказал на мост, я сразу начал на мост валить. Тут же. О, еще один челобот. Вижу, да, и он прям летает, блядь. Это души, ёпта. Ты видишь, он телепортом перемещается? Всё, он не телепортами, это душа, он заспал. Я возвращаюсь, где-то. Сейчас эмку скину, возвращаюсь, кибер. Давай. И наушники скидываю. Серёг, всё нормально, скинул. Спасибо, братан. Вы там идёт ЧВКшник. Где? В спину ваш. В спину к вам. Где? Я вот грен в спину. С дырки. А, он сдох вроде бы. Грен от моей. Сейчас. Опа, стреляли по мне только что с глушителя. Это, скорее всего, мои эти самые. Может быть, да, а сдох. Может быть и нет. Готов. Клиент. Сколько мы убили ЧВКшников? Одного? Получается. Получается двоих, смотри. Одного я снял, он валяется вот там. С моста, да. Слева от моста, короче. Двое, еще был. Один. Да. Еще один, блядь. А вот того ЧВКшника, Серег, было чем-нибудь?
Ну, по-моему, у него была, ну, какой-то калаш был, только Ксюха, только полноразмерник. Я не смотрел, в него стрелял просто. Полноразмерный, по-моему, я в прицел видел. Опа. Мертвый минус. Этот дикий. А-а-а. Я пока одеваться буду. Не стесняйся, да, одевайся. Ну что, пацаны, делаем-то? Ну что, выдвигаться надо, я думаю. Надо этих тогда у магазина облутать. Давай, пошли, иду к вам. Я иду к магазину. Давай. Выходить буду через дырку. Так, у меня ЧВКшник. Где? Мочи его. Где именно? Где, скажи. где? Где-то на дырке уже, блядь. ЧВКшник. У него глушилка явно. Нет, это я стрелял, и это не ЧВКшник был, это два диких. Бля. Ну, а они были как-то странно одеты, стрёмно, поэтому я стреманулся. Ну, там еще один остался. Еще вижу одного. Давай. Скажи, где? Ай, блядь! Минус. Спасибо. О, а как хорошо, что я за тобой побежал. У меня патроны кончились, вообще неудачно. Лутаюсь я здесь. Максик, а ты с собой ПМ таскай, я с собой ПМ таскаю всегда теперь. Слышишь, что говорю? Да. Ну, так, не копейки стоит. Я пошел к магазину. Серега, да, хорошо. С какой стороны ты его убил-то? А, вот на мост, если смотришь, ага. С левой стороны, он слева меня обходил, я его шмёр. Кустиков? А вот валяется, вижу. Да, ты нашел. Там по кустам ходишь, да, Андрюх? Да, я хожу. Это не ЧВКшник тут ходит. Тут плот лежит. Не-не, там ЧВКшник точно есть. 100%, ты не там смотришь. А, тут уже Андрюх поработал, бля. Я же сказал, я лутаю. С левой стороны, говоришь? Ну вот как, там идет отбойник металлический. Вот если солезть, то смотреть прямо в сторону терминала, так, ну. И отбойник. И мост у тебя немножко правее, вот там валяется. Во-во-во, Челоботина загрузилась, блядь. Он должен туда сползти был, скорее всего. Серьезно? Лупи его. Да-да, нет, я только что видел эту душу. А что значит душа? Ну вот здесь вот они спаунятся. Ну как, блядь, он здесь появляется и потом на место спауна улетает. Угу. Около моста здесь как раз. Серег, я что-то не вижу его. Ну забей, Витёк точно знает, где он там. Ну короче. Ну как, да, где-то снизу он там, блядь. Ну он спал, он сполз, скорее всего. Потому что он высунулся, я его расстрелял, он съехал. Ну у меня все четко есть, что убить ЧВКшник. Кстати, Андрюх, у меня к тебе просьба. Чекни, пожалуйста, оптику, то место, где мы с тобой, откуда мы с тобой возле магазина диких убиваем. Понял мысль? Где мы пробегаем с левой стороны, поднимаемся и возле питонки лежим. Там возможно еще один труп лежит. Пойду посмотрю, у меня оптики нету. Я так посмотрю. Потому что у меня самый дальний выстрел 144 метра и хедшот. Вот он лежит, блядь. Сюха у него. Всю ногу вниз, падла. Челобот. Кто? Здесь лежал. Ты его убьёшь? Я, меня минус. Да ну нахуй. Да, еще Челоботина, блядь. Откуда их столько нахуй? Где, блядь? Через дорогу прям четко стоит. С правую сторону, где контейнеров полно. Вон он, вижу. Лупи его на. Вот так вот. Алло.